Юрий Саныч. Юрий Саныч, сделай мне, пожалуйста, кофе. А? Большая просьба. Потом медленно-медленно делает.
Рука идет вниз, голова вниз. И как можно ниже садиться? Чем ниже сел, потому что если высоко ударишь, то перник ржет. Паши, каши по 10 раз. Первый номер 10 раз делай. Паши. Нет, 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 нет. Ты идешь к своему, Макс идет к Мише. Твой друг, он тебя убьет. Встали. Денис. Денис, я не... Я тебе оценку поставлю сейчас, Денис. Паши, зацеп голеню. Голова и рука под маяшку. Еще, еще. Садимся. Садись, шире ноги. Кристиан, Кристиан, как шпагат должен сесть? Да он не... Не он, ты неправильно. Стоп, Мате. Мате. Иди сюда, сейчас я тебе сделаю. И посмотрю, как ты не испугаешься. Еще раз. Здесь самое плохое, что вы падаете на партнера. Хорошо, если на живот, а если на какая-то. Что? Никогда не падали, сейчас упаду. Потом. Второе. Через спину с колен делаешь? Колено болит? Болит. И он не падает на колено, просто у них там жесткий мат лежит. Там прохладно. Помолчи. Вы при этом. Нельзя падать на колено. Что вы должны сделать во время отработки? Нога чуть-чуть должна быть впереди. Раз, чуть-чуть потащили. Подняли руку. Просто, чтобы она вверху. Дальше. Раз. Садимся. Как можно ноги шире. Сюда. Садимся как можно ниже. И нога уходит не сюда становится, а туда. Раз. Оп. Жалко, что я не упал ему туда, куда надо. Еще раз. Поднять, сесть как можно ниже. Не обязательно ноги очень широко. Просто сесть отсюда. Раз. Оп, и на локоть. Что отсюда Макс может делать? Ой, что там покажи? Другой рукой возьми. Ну хорошо, возьми. Значит, все, пошли. Пошли. Первый номер. Полторы минуты. Так, ты делаешь, Кристиану? Пошел, бутук делай. Макс делает. А у вас есть курочка? Чезар, а, нет, подожди, Георгий, у тебя попа выше, чем голова. Наоборот, опусти попу вниз, голову выше. Да. Шире, шире. Нет, ты не падай. Зачем ты падаешь? Прямо садись вниз, садись. Садись, садись. Ты упал на спину, значит ты проиграл. Чуть-чуть сюда. Сделай с колен. Встань на колено. Шире ноги поставь. Встань на колено. На оба колена. Нет, нет, нет. Лицом к нему. Встань на колени. На колени. На колени. Подойди ближе. И одной ногой зацепи его. Такой. Вот. Еще, еще цепляй. Вот. Вот так. Пошли. 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 Еще раз колени. Сделай 3-4 раза. Тогда поймешь. Матея, поменялись, второй номер. Да не все сделали. Поменялись. Кристиан, встал на колени. На колени, Кристиан. С колен делаешь. То же самое, только встань на колени. Подойди к нему, сделай зацеп голенью. Ноги шире.
Какую? Не надо, лучше так, как ты делал. У тебя неплохо получалось. Вот, Миша, вот. Пошли. Да. Хорошо, Матея, сели на колени. Так, Макс, впереди, пожалуйста, да? Так, иди сюда, Кристиан. Ну, если он туда, ты сюда идешь. Готовы? Живем. 5 минут, парта. Двумя ногами, тогда ты сказал, стоп, остановился, да. Ну не оставляй голову, у тебя есть жопа, ой, извините, задница. Шона, не чувствует, что-то здесь не то. Он ногу просовывает, возьми руку раз и вытащи. Мишенька, задница — это главный термометр. Ты не понимаешь, что он хочет сделать, но ты чувствуешь, что он какую-то гадость готовит. Давай. Собрать, эй, все время. Я буду всех. Это жизнь вести. А ты
Считается за ковром. Матер! Аджиме, пошли, вы ушли просто. Поднимите там это. Аджиме, пошли еще. Еще минуты осталось. Thank you.
что вообще что-то рассобрали, но они жестко делают это. Мне кажется, мы не Пошел. Что у тебя?
Я что, между ног заросло этим самым? Паутина, что ли? Давай вставай быстрее. Быстрее, быстрее, Влад. Ноги шире ставь. Легче будет падать. Еще раз. Пошел. Так. Вывод. Вот эту ногу, которую цепляешь. Стоп, не уходи. Куда ты уходишь? Вот я еще не отпустил. Ту ногу, которую цепляем, она на ней должна стоять. Или хотя бы вот так поставьте, потому что пальцы, чтобы не дергались. О, еще два кролика. Еще три броска. Быстро смотрите. Давай, Кристиан, иди. Оп. А что их почел? Да, туда. Что, помогать будешь держать? Нет. Кристиан, бумажку дать? Может дать? Может помять? Давай, иди. Эй, вы вдвоем, сюда, что вы сели там? Куда ушел пастухов? Все, сюда, встал. Я что, тебе сказал закончить? Математик, блин. Тебе мои... Встали сюда, ушли, Миша. Покажи еще раз зацеп голени. Значит, при зацепе опорная нога, то есть ногу, которую цепляете, она у вас... Во-первых, не стойте так, чуть-чуть это... Или сюда. Значит, нужно что сделать? Или противника нужно вывести, чтобы нога. Но противник часто, когда вы выводите его, да, они делают так, вот так. Вместо того, чтобы, то есть, ножку поднять, они берут и вот так наклоняются. Или вот так вот стоят. Это первое. Второе. Можно что сделать? Можно опять взять и сделать шаг назад. Раз, шаг назад. Тогда я делаю шаг вперед. Но не так, потому что так дятлы стоят. Поставить ножку сюда. Дальше. Вы падаете. Шпагат нужно сделать? Иди сюда. Иди сюда. Значит, еще раз. Вот пастухов вот так берет. А раз так берет, его сюда через грудь будет. Так ты уже сколько раз летал? А ну вспомни. Я тебе уже на прошлый тренировку говорю. На запрошлый ты говорю. Бейся, вспомни. Бейся. Все, не надо, правильно? Потому что тренер потом сидит и плюется, думает, блин. За третье место все, блин, выигрываем. И Влад тоже самую ошибочку сделал. Значит, еще раз посмотрите, что можно сделать? Можно вывести из равновесия. Раз, видите, вот выбегать. А теперь подошли, зацепили всю сторону. Дальше. Еще. Пастухов, я тебя прошу. Пожалуйста. Будешь тренером, делай все, что хочешь. Раз. Видите, я его вывел. Дальше. Шагаю обратно и подхожу. Обязательно под эти две ноги вместе, потому что если вы будете отсюда делать, упадете. Раз и оп, зацеп будет. Это крик. А это что за тренер? Крик. Кто это? Квихи пошел. Не надо ничего закрывать. Кому? Квихи. А, Квихи, заходи сюда. Молодой человек. Этот твой парень, да? Заходи сюда. Обувь снимай, сиди. Сейчас я пишу. Проходи. Я думал, это самое. Ученик опоздал, стоит, ждет. Плохо вижу. Обувь снимай, сейчас. Сейчас я отпущу. Отсюда смотрите, да? Или так, или наоборот. Потяните сюда. Раз, потянули. Подошли. Оп, и выбили. Почему плохо получается? Что вот так стоит. Встань так, помоги мне. Все, ушли, пошли. Хорошо. Первый номер. Сейчас я пишу. Я первый номер. Да. Эй! Встань, пошли, работаем! Заболевания есть, которые в своей праве, тоже можно делать.
назад, смотри, иди назад и сюда, зацепи его. И руками нагрузи. С него всегда все начинается. А это идет уже, когда тебя простая встанет, когда ты идешь сюда, идешь сюда, там можно и Сашу. Это вот этот, например, рефлекторный массаж. Вот, например. Сердце, то есть определенная зона, которую ты делаешь, и сердце проходит. Прямо вот и обратно. И не надо как бы все делать. То место, например, где если болит сердце, то даже вот так пятый вот там просто делается. И здесь у вас 10 раз, а делается там на 2-3, пока не проходит, не надо. Снова именно на пластичный массаж. Надо сделать руку, ногу, улыбище, голову, там все отвечает. А общий массаж это спортсмены. Сейчас Вика через 5 минут уходит, я вас убью на. Вот. Вот это вот. Вот этим стоит заняться. Вот ты и сама можешь. Ты можешь тут зади двинуть. Shoot it.
еще. А когда ты будешь делать, куда ты руку поставишь? Сюда? Да ты сейчас сюда болевой сделаю. Я сам получу. Только не с этого прыгать. Не с этого прыгать. Еще раз. Для самбо? Да. Можно. Но его надо делать быстро. И надо быть физически сильнее. Чем твой противник. А в стойке, а под дзюдо этот прием никак. Почему? Потому что рука мешает. Ты рукой не можешь ничего сделать. Одно дело, если ты держишь за кимоно, делаешь, касаешься локтем, ногу дальше. Вот так, Мали, вот этот у нас чемпион мира, Европы, ему за 60 или за 60, он ездит, качается, вот такой ходит, старик. Молодец.
Нет, на зале нет, здесь мог мне даже не дать бросок, потому что ты на таз просто упал. Когда упадешь, то вообще чуть-чуть как бы через него стараться. А ты руки не расставляй. Я тебя прошу. Но аккуратно, чтобы он руку не выставил, потому что он все-таки младше тебя. Хорошо? Нет, падать не надо, но в то же время и ломать просто не надо. Вот так. Хорошо, Матэ? Мат, ты держишь, то есть ты по полному держанию держишь там себя. Ушел. До броска борешься. Матэ? Да, Даниэл. Миша становится здесь. Ты упал? Да. Ты сделал ему бросок. Ты отдыхаешь. Он тебе сделал бросок. Ты отдыхаешь. Ты выпал. Пожалуйста. Не забудь, что между двумя руками. Ой, это мало. Как? Матэ, ты тут? Матэ? Нет, 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 ты просто поедешь. Что там такое? Подскользнулся? Ну если вы боитесь, пацаны. Честно, если вы боитесь по грехнику, проходи в ноги. Пацаны, в ноги проходи, да. Если без кимоно, без куртки, значит это уже можно и в ноги, наверное. Он куда бросал? Он? Куда ты упал?
берет захват правой рукой в глаз. Правую руку не давать надо. Он красавчик, молодец. Он борется за свой захват. Вот сейчас полезет, молодец. Ну возьми отворот. Просто отворот. Возьми свободную руку. И все. Значит так, если ты его тебя бросил, а ты его задушил, значит ты чемпион. Еще раз, вас бросили, старайтесь задушить. Задушить, болевое сделать, удержать. Раз, два, три. Взяли откуда это?